В субботу, 3 сентября, на стадионе «Дальсельмаш» состоялось уже ставшее традиционным спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Его ежегодно проводит спортивная школа Олимпийского резерва ЕАО со своими воспитанниками. В этом году участниками стали свыше 60 ребят, которые представляли разные спортивные секции. Представлены все отделения спортивной школы Олимпийского резерва. Это карате, настольный теннис, легкая атлетика, хоккей с мячом, вообще все зимние и летние виды спорта. Команды, которые принимали участие в соревновании, могли выставлять смешанные составы. В них входили мальчики и девочки. Юные спортсмены при поддержке болельщиков состязались в беге и стрельбе из пневматического оружия. В итоге победителем стала команда, представлявшая отделение хоккея с мячом. Я считаю, что это необходимые соревнования, такая кампания, которая направлена на патриотизм, на воспитание любви к родине. После окончания основной части соревнований состоялась церемония вручения наград. Все, без исключения дети, задействованные в спортивном мероприятии, получили дипломы участников. Андрей Пархомей, Кирилл Богаченко, Новости 21.